Использование блокчейна в автомобилях анонсировала компания Porsche совместно с берлинским стартапом XAIM. Финансовый стратег Porsche Оливер Деринг о сфере применения сказал: «Это могут быть ключи доступа к автомобилю, данные для оплаты услуг парковки или зарядки аккумулятора или другие услуги. Одним из ключевых моментов систем совместного пользования является возможность открывать и запускать автомобиль разными людьми без физической передачи ключей. Такие системы уже внедрены, а блокчейн может сделать их более безопасными». Porsche может стать первым автопроизводителем, внедрившим в производство технологию блокчейн.